Всем-всем-всем-всем-всем, сальнамчики и братанчики и принцессочки, всем большой салям, с вами ваш кумус, как говорится, здесь все тут и не томится, лайк прожал, кумусе руку пожал, волды тут, волды поймут, волга-волга, на 60к, не забывай подписываться на канал, прожимать лайкосики, колокольчики, всем здравствуйте. Сегодня формат у нас очень даже такой интересный. Сначала я хочу сказать из мультика такую речь, как говорил кот Леопольд: ребята, давайте жить дружно. Кто понял, тот поймет. Ладно, поехали уже к самому видео. Я хочу в этом видео вам, ребята, рассказать, как на 500 тысяч поднять себе шмота в самом начале сезона в соло режим. Потому что в сквадах я вам уже показывал, как поднимать, что покупать, я вам об этом рассказывал. Но вам об этом никто не рассказывает, кроме меня. Поэтому я один из первых тех людей, которые вам рассказывают, как начинать новый сезон. В этот раз я хочу уже рассказать именно в соло режиме, потому что у многих людей нет друзей именно в игре, то есть нету какого-то сквада, чтобы всех разваливать, нагибать, нету там батьков-нагибаторов рядом, которым будут вам помогать. Вот, здесь мы попробуем в соло режиме прокачаться в новом сезоне, то есть первый день, первая катка, но я, естественно, буду начинать не в первый день первую катку, но мы посчитаем на 500 тысяч, все правильно посчитаем, я даже возьму блокнотик. Буду все это дело записывать, сколько ушло, сколько потратил, и попытаемся в соло режиме себя прокачать. Да, есть, конечно, один момент, вы будете говорить: вот, ты, конечно, показываешь, что я в конце сезона, а надо это в начале сезона. В начале сезона я тоже могу это, конечно, показать, но на это много буду времени, наверное, тратить. Но в соло режиме я всегда играю, вы можете посмотреть мне все видео, я играю на разных оружиях. У меня есть видео прям стримов по 6, по 5, по 7 часов, как я играю в соло режиме, поэтому в соло режиме вам покажу, как нужно начинать самые первые дни катки нового сезона, то есть 10 сезона, в соло режим. Ну что, переходим в игру. Так, будем держать в уме, что у нас всего 500 тысяч, как обычно, это всем нам раздает. Переходим в лобби. Здесь у меня 8 миллионов 100 тысяч, но сделаем вид, что бац, у меня 500 тысяч, хорошо. И будем закупаться на 500 тысяч. Я вот беру ручку и записываю. Так, сейчас, чтобы все было четко, как будто это первый день в 10 сезоне. Давайте, 500 тысяч у меня тут, сейчас запишу. Так, 8 лямов. Давай пиши, 8 лямов, 183 тысячи, 183 тысячи. Окей, let's go, пацаны. Так, что я обязательно всегда делаю? Я всегда беру в черный рынок лотерейный набор, если не ошибаюсь. Нет, не лотерейный набор. Так, я всегда пытаюсь выбить за бесплатно, видите, вот тут написано, обновить 7 раз. То есть вы можете 7 раз бесплатно обновить у себя черный рынок, и может выпадет МКшка улучшенная. Я почему-то всегда всех прошу начинать играть в начале сезона с улучшенной МКшкой. Но есть улучшенная МКшка, то есть в первую очередь мы считаем, чтобы это развалить. Плюс вы не забывайте, что МКшку обновят, но я считаю все равно, что МКшка была имбой, даже ее там понерфят, она будет всегда имбой. Поэтому всегда вам предлагаю брать все-таки лучшую МКшку, как ни крутите. 7 попыток бесплатно прокрутить, может что-нибудь годное выпадет по скидочке, там можно будет купить. Бывают скидки здесь хорошие, улетные. Погнали! Раз. Броня выпала. Нам броня не нужна. Экран. Загорись. Дальше. Блин, у нее броня выпадает. Но у нас 500 тысяч. Держим в уме. Ну чё он, блин, дай что-нибудь улучшенное, пожалуйста. МКшка высшего качества, но оно стоит 700 тысяч. Нам не по бабкам. У нас всего 500 тысяч. И последний раз. Ну, остановимся на войне стальной фронт. Переходим на оружейку. Берем СВшечку. Ой. МВшку, извиняюсь. И здесь у нас улучшенная МКшка. И стоит она у нас 390 тысяч. Берем. Покупаем. 390 тысяч. Забираем. Так. Берем. Так, мы ничего не покупаем. Это сейчас я продам специально, чтобы она глаза не мозолила, поставить на халяву. Так, 390 тысяч. Осталось у нас 700-909. Так, 390 тысяч, 110 тысяч мы можем потратить. Поехали. 110 тысяч, я предлагаю взять какой-нибудь, купить. Вот я опять не открывается. Так, броня. Предлагаю купить пока второй шлем. Второй шлем взять и броню. Броню, наверное, тоже вторую возьму. И рюкзак какой-нибудь.
первых там, наверное. Потому что рюкзак второй вы выбьете. Выбьете с бота. Так, рюкзак мне обошелся 8000. Шлем второй мне обошелся 20 тысяч, это 30 тысяч. И броня мне обошлась 20 тысяч. Ну, это типа выше, 20 тысяч. А, получается, на все про все у меня ушло 50 тысяч. Правильно? Правильно. 390 плюс 50 это 440. Осталось 60 тысяч. 60 тысяч я буду, наверное, брать пока Калим. Никаких 6 иксов покупать не буду, дорогое удовольствие. Возьмем дуло какое-нибудь. Целое возьмем, давайте. 12 тысяч. Калим стоит у нас 1000. 13 тысяч. Магазин тоже дешевый возьмем. Вообще зеленый магазин вообще. 13 плюс 14 тысяч. 17 тысяч. И приклад тоже. И 17 тысяч плюс 3 тысячи. 20 тысяч в итоге. 20 тысяч мы потратили в итоге. Правильно? Правильно. Так, 20 тысяч. 390 МКшка. Плюс 50. Это у нас получается 390 плюс 50. 440 плюс 20. 460. Еще 40 тысяч в запасе. То есть можем всякую там пули, не пули за 40 тысяч купить. Так, окей, поехали. Патроны, семерочки. 40 тысяч у нас в запасе. Так, нам надо взять патронов буквально 100 штук. 40 тысяч в запасе. 14 тысяч. Осталось 26 тысяч. Так, 26 тысяч. Бустов можно побольше взять. 26 тысяч. На 4 тысячи возьмем. Вот, на 4 тысячи. 30 тысяч. Так. Бусты. Я 6 штук бустов был. Я все помню, ребят. С математикой все хорошо. Так, надо взять аптеки. 26 тысяч. На 4 тысячи. Осталось 20 тысяч всего. Берем аптеки буквально. Лучше, конечно, вот эти. Они самые дешевые бинты. На 1000 мы можем взять 9 бинтов. 19 тысяч. Пару аптек. 19 тысяч. Грубо говоря, осталось 10 тысяч. И что взять еще? Дымы. 10 тысяч. И дымы стоят 10 тысяч. Блин, тогда лучше дымы не брать. Невыгодно. Так, что взять-то? Патроны, наверное, давайте возьмем. Вот эти патроны на 10 тысяч. На боту. Ни хрена себе. 400. 400. Патронов можно взять ржавый. Возьмем ржавый. Чтобы убивать боту. Начищенные оставим для людей. Вот такой у нас набор на 500 тысяч. Ну, у каждого набор может быть свой, то есть вы можете что-то третью броню взять, что-то похуже, что-то так далее. Каждый на 500 тысяч крутится как может, но сразу имею в виду, имею в виду то, что в любом случае МКшку улучшенную нужно было покупать всегда. Я думаю, даже в новом сезоне, как бы не понерфили МКшечку, она будет чисто по моим личным субъективным мнениям, имбой как не крутите. Так что врубаем соло режим. Сразу говорю, нужно, по моему личному мнению, опять же, начать со второй карты. Начнем мы играть со второй карты. Сейчас я чуть вебку поправлю. Да, первую катку всегда начинайте со второй карты. Потому что если вы начнете с третьей карты, потеряете шмот, и вам придется вообще начинать с нуля, чуть ли не с первой карты. Поэтому всегда начинайте со второй карты. Лучше начать по-тихому, чем сразу пытаться третьей карты залететь, лутаться, фатиться. Как говорится, поговорочки, тише едешь, и дальше будешь. И плюс сразу вам отдам заметку, что я буду играть против шестерок, которые в конце сезона не прокачиваю, я пытаюсь прокачаться в конце сезона, так. А в начале сезона вам будет в любом случае легче качаться, если прямо вы с самого начала начнете, потому что, естественно, будет шестерок поменьше. Ну что, поехали? Да, сворачивать я буду. И за зону сильную я буду выбегать. Я так делаю. Я, по крайней мере, не обманываю никого. Делаю то, что, как я считаю, нужен. А тут начинается соло режим, вторая карта, и меня не пускает бой. Давай. И тут мне, конечно, будет чуть сложновато играть, потому что, скорее всего, против меня будут пайтиться шестерки. А в начале сезона вам будет, ребята, легче. Против вас будут по-любому те же люди, которые только будут прокачиваться. Тим Колтон заходит. Наша задача залутать темку, сделать бабки, чтобы на следующий файт пойти. Так, ну, что могу сказать, ребята? Ничего хорошего я точно могу вам не сказать. Уже шестерочка. Так-с. ГГВП. Вот что могу сказать. Сзади шестерка сразу же. Вы такие, прикиньте, открываете в начале сезона с таким шмотом. И только первая карточка в новом сезоне. И шестерка. Сталик вас ждет на второй карте. Так-с. Наша задача свалить как можно дальше. Я постараюсь, конечно. Но с ним пальцы бесполезны. У меня начищенные патроны. У меня улучшенная МКшка. У меня все очень плохо. Поймали пацана одного. Ни хрена себе.
скажет он. Ну все как подобает. Закрыл бича, у которого ни хрена нет. В том сейфе. Я специально бегу под кронами деревьев. Если тип будет зажимать, то меня не должно быть видно. Вот такие бичары вам будут в начале катки попадаться, как мне попался пацан. Сложный, конечно, я для себя челлендж придумал. Прокачаться в соло-режиме. У которого есть шестерка, уже прокачиваем. Так, на боссе есть тип. Ребят, и сразу говорю, если на боссе уже типы стреляются, вообще туда не лезьте. Потому что чел будет в соло-режиме ставить вам стандартную приемочку, и туда лезть, дергаться смысла вообще не вижу. Поэтому не заходите в начале катки, старайтесь на второй карте вообще в файт избегать. Ваша задача залутаться. Все, ничего не нужно, вам только нужно залутаться. Я сразу пытаюсь выпушить. Так, если есть ботинки, это хорошо. Это говорит о том, что люди здесь, они приходили. Вагонетку я не буду трогать. Буду надеяться на то, что если чел увидит, что вагонетка на месте, он пойдет лутать вагонетку. Ах, блин, надо вагонетку взять. Тупой кумыс. Ладно, мой косяк. Буду виноваться, меня закроют. Ладно. Вырубаем ржавые патроны и начинаем очищать темку. Начинаем лутаться. Интересно, что у нас тут выпадет на оружие. Бам, прикиньте. Флайерка, но она, конечно, не нужна. Но возьмем на всякий пожарный. Каждый ящик надо открывать. Нам нужны бабки. Так, я не буду брать бесцветный, я буду брать зеленый, пытаться. А тут магазина нету. Для меня это что-то новое. Всегда привык бегать на третьей карте. Оп, что-то поднял. Технический компонент. Это будет радость. Ой-ой-ой-ой, неплохо. Давай, как МКшка, долбанин. На второй карте вряд ли какая-то оружка будет высшего качества. Так, кстати, аптеки, бусты нам надо. И надо это, бота открыть. У меня первый рюкзак, у бота по-любому должен быть второй рюкзак. Сейчас чекнем. А у этого бота вообще рюкзака нету. Понимаю. Ну, зато сковородок много. Я думал, нифига себе, думаю, красная дверь открыта. Видите, я на второй карте не открываю, тут для меня много чего нового. Тут, оказывается, красная дверь всегда открытая, но тут ни хрена, конечно, нету. Тут тоже первый рюкзак. Пока у ботов первый рюкзак, и нам надо найти второй рюкзак у ботов. Сейчас пока залутаемся, пошаманим. Так, у меня гости. Тут я не один. Он лутается на этом. Где вагончики? В соло-режиме здесь еще, знаете, как нужно отыгрывать, когда вот такие вот гости бегают, куда-то идти, пытаться геройствовать, когда у вас никогда за спиной, смысла нету. Лучше, ребят, просто подождать. Либо когда он идет, либо когда он к вам в гости придет.
Но мне бежать, дергаться вообще не стоит, нету смысла. А он думает, что я за вагоном. Вовремя экран потемнел. У него, наверное, тепловизор, ПНВшка. Он уже прокачивал меня. Ну ты байтажор, какой хитрый, а? Редиска. Байтишь меня? Я тут просидел 10 минут. И думаешь, я на твой байт клюну? Пойду тебя пустить? Сучка, он утает ящик. Ладно, клюнул. Ну тут ни хрена не видно. А если графику здесь сделать, она работает? Так, а не, не работает. Ну мне надо, короче, подождать, когда он прям в упоре выбежит. Ну тут вообще ни хрена не видно. Вот здесь самый лучший вариант. Ну как мне его закрывать? Надеяться на удачу? Ну садиться точно не стоит, сидя выходить. Залетная. Шестерку закрыл. Сюда, дорогой. Блин, сори, братан. Ну, сори, по-другому никак. Вообще никак. Тоже начищенный. 200 начищенных. Охренеть. Как он меня не услышал, не увидел. Во, я крыса. Капец. Суканым. Сори, братан, блин. Сори, вообще. Я вообще одет как бомж, у меня ни хрена нету за спиной. Пришлось себя ждать, братанчик. Так, неплохо. Так, можем теперь продолжать лутать ящики. Ну, считайте, ту сторону он залутал. Теперь можно залутать эту сторону. Мне вообще нельзя было пропускать даже один шот, потому что он меня попадет одним шотом, я сразу отсыхаю. И он даже не выстрелил ни разу, он даже не понял. Это нормально. Поэтому это очень было сложно. Так, сигнал есть. Генератор сигнала. Пока открываем ящики, ходим. Ни один патрон в себя не пропустил. Ля. Какие мы мощные, а? Мощные крысы. Bye.
Так, здесь еще есть. Единственный... О, наконец-то второй рюкзак нашел. Все, хорошо. Так, здесь вот и есть второй рюкзак. Вообще... Неплохо отыграли. Из такой жопы вы выжили. Я думал, мне good game будет. Потратили 12 минут. Ну, за 12 минут первой каточки. Сейчас посмотрим, сколько мы бабок подняли. Карифаны, вы мои братаны. Спасибо за подписочку. Очень приятно. Ну чё, общая прибыль 216. 216 тысяч чистыми. Вот сейчас запомним, чтобы посчитать, чтобы это... Не ошибиться. 216 тысяч. Так, записал. 2 кило сделал и 1 свол. Так, все это добро мы продадим. Так, это все с рюкзака. Прошу заметить, все с рюкзака, то, что я собрал. Ну, 193 тысячи уже. Окей, напишу 193. А, вот это? 193 тысячи продать. Ну, это, видимо, с патроном. Ну, короче, 195 тысяч я могу потратить. Что мне нужно за это купить? Оцинковку нам не хватит. Так, с ПНВшку мы можем себе позволить прицел. Так, с прицел. Давайте купим ПНВшечку. ПНВшка стоит 50 тысяч, у нас, считайте, 200 тысяч. Да, пусть будет 200 тысяч округлим. Ничего страшного, не сыграем. Роль не сыграем. Покупаем ПНВшку, чтобы тёмки видеть и людей закрывать, если будут люди. Взяли ПНВшку, в принципе, нам его хватит. Дальше. Осталось у меня 150 тысяч. Нужно купить таблетки. 25 тысяч. 150 тысяч, нужно купить таблетки. Возьму 4 таблетки. На самом деле 4 таблетки даже мало будет, но придется как-то 4 таблеточками выживать. О, это очень мало, честно, мало. На 50 тысяч патроны только взять есть. Ну и не забывать, что мы будем типов закрывать, у них тоже будут патроны падать. Возьму патроны себе на 30 тысяч. Да. 5 купим таблеточек. Аптеки, бусты, бинты, все есть. Нам нужны сейчас просто патроны. На 30 тысяч покупаем патроны. Начищенных у меня 200 штук. Возьмем на 20 тысяч патрон. 130, да? 130. И ржавых там на 10 тысяч. Да, 400 патронов для собак. В принципе, вот так и сделано. Мне даже патроны не влазят. Вот так вот. Полный рюкзак, но имейте в виду, что мы патроны потратим. А в сейф мы можем закинуть? Ну-ка. Да. Вот так сделаем. А вот мои таблетки 3 штуки. И вот так вот. Во, все, влезло в сейф, еще 2 таблетки закинули. Ну что, теперь самое сложное. Идем на третью карту. Но не забывайте, что мне будет от этого сложнее, потому что тут типа это будут все шестерки против меня. А у вас будет чуть полегче, вы будете начинать новый сезон в начале, поэтому вам будут попадаться люди, которые, естественно, нет уже шмоток, и они будут такими же бичунуганами, как вы. Главное еще очень, как вам повезет со спауном. Если повезет со спауном, то можно будет вообще изи отыграть. Если со спауном не повезет, то будет сложнее отыграть. Сворачиваем.
Let's go. Ой. Спавы нормальные, но... У нас могут быть проблемы. А чё? Это чё? А, я уже выпрыгнул, понял. Попытаться надо, конечно, пробежать. Не знаю, получится, не получится. Если там шестерка, у меня буквально один патрон в голову, либо два патрона в тело, я сразу отсыхаю. Тут уже у нас тип-бог должен быть. Тут уже могут быть начаться проблемы. АПК! Повезло! Шлем. Ну, шлем возьмем, ребят. Извините, конечно. Может, еще огнеплет не нужен. Ебой, коллиматор есть, можно поесть. Ну тут у пацана шлем, пацан уже шлем себе взял, охренеть. И ему, наверное, шлем с ящика выпал. Там же бывает, там шлемы дают. В магазине типа есть. У нас шестерка ждет холодильник, у нас проблемы. Так, сейчас попытаемся с дырочкой его выстегнуть. Не в голову. Два патрона. Просто залетает. Ой, в голову, в тело, и все. Подобрать. Нету шестерка. Сверху, наверное, тоже шестерка, ребят. Блин, видите, у меня ни хаешки, ни домов. И меня типись закроют. Это печально. Это печально. Как мне его закрыть? Я даже буду бежать, он меня просто закроет. А он уехал. Надо тоже ехать, пытаться залутать. Сейчас наша задача залутать КЗ. Либо его закрыть. Нормально так начищенными патронами отыгрываем. Теперь смотрите, такая тема. Нам нужно подождать, когда он постреляет на нашей стороне. У меня оцинковки нету, и мне нету смысла к нему дергаться, бежать, лететь. Поэтому ждем, когда он выстрелит, и попытаемся его подсосать. Вот, как-то так. И включаем ускорение. Пау! Он пострелял. Погнали.
Ебой! Забрали пацана. Красники, красники. Хлеб есть. Рюкзак есть. Бустов надо побольше, аптек побольше взять. Нормально. Прикиньте, в начале бы катка так бы падали бы шлема. Так, ну у меня всего две таблетки. Надо посмотреть эту сторону золота. Патронов мало. Залутаем эту сторону и будем бегать лутаться с этими двумя таблеточками. Так, ладно, вы не считаете, что шлем кобры я взял? Собака один раз кусает, больше половины хп ребят снимает. Так, еще один ящик успею залутать и на выход идти. Собакам себя не давайте кусать при второй броне, при втором шлеме. Ой-ой-ой. Неплохо, 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 в глазах темнеет. Так, в глазах светлеет. Так, таблеточки сюда. Все самое важное сюда. Сейчас восстановим хпшечки. Вот эти две таблетки надо грамотно заюзать. Погнали. Собак надо сразу закрывать. Не один раз собака кусь, и сразу больше половины хп. Поэтому, если вы во втором шлеме и во второй броне юзаете, сразу, ребят. Сразу собак закрывайте заранее. Так, в принципе, я должен успеть один ящик залутать. Правильно я понимаю? Будем по одному ящику лутать. Будем бегать, как Усейн Болт, ёптать. Что делать? Беги, друг! Так, один ящик сейчас открываем и бежим сразу. Хорошо, что я рюкзак упал. Блин, бежим, 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 не будем рисковать. Эти 9 секунд нам будут потом важны. А чтобы вы не скучали, я включу ускоренный режим. Раз, два, три. Пау!
вот эти два ящика. Три ящика только смогу открыть, походу. Так, где-то там. Три ящика открываем и на вылет. Блин. Видите, ХП снимает до хрена. Делает кусь и сразу снимает до хрена. Надеюсь, золотой цветик выпадет. I got supplies. Обезьянка шандаракнет мне джиджи. Мне вообще не за что мне обезьянку убила. I got supplies. Повезло, повезло. Таблетку юзаем. Золотой цветик есть, черчёж есть. 300 тысяч есть, ребят. Нормально. В принципе, уже сможем купить себе бронежилет за 600 тысяч. Хотя бы 5 уровня. Ну все, ребята, таблеток нету, денег нету. Много ящиков, много потратил этого. Ты откуда собачка бежишь? Ладно, мы друг друга не трогаем. Наверное, мог еще, да, залутать где-то ящик 2. Ну там бы обезьяна бы ударила. Вы не забывайте, у вас вторая броня. Вас ударит обезьянки и все, минус хп. Вот он не ударит, и я сразу отлечу. Смотрите, вот здесь такая тема есть. Оп, остановился и побежал. Что за фигня? Не знаю. Какая-то остановочка тормозящая. Так, ну все, в принципе, нормально. Пол КЗшки с помощью 5 препаратов можно было больше завязать. Но видите, так как у меня был типок, так как мне нужно было закрывать типа, я не смог столько завязать. Сейчас самое главное спокойно на выход прийти. И посчитаем, сколько бабок мы в итоге вынесли. Естественно, шлем и рюкзак мы считать не будем. Запомните раз и навсегда, ребят. Когда играете первые катки, лучше не файтиться, если вас прием принимают. Лучше убежать. Не нужно включать героя, пытаться выпушить. Не забывайте, у вас начальные катки. Если вы сливаете, вы теряете шмот, теряете бабки. Поэтому лучше спокойно убежать, уйти, уехать и не рисковать. Тем более у вас вторая броня будет, третья броня, второй шлем. И бежать к типу на приемку, сразу отлетать, и все, что вы на КЗшке залутали, ему подарить, будет очень сильно обидно. Поэтому это у нас, считайте, первая катка в 10 сезоне. И я не буду рисковать, просто отдавать все, что я тут заработал. Тут у меня около 200, 400, ну, где-то 600-700 тысяч я поднял. То есть на броню мне 5 или 6 спокойно хватит.
ну что, музыка закончилась, ребят? Смотрим. Ну, мы сейчас все грамотно посчитаем. Мы не будем считать шлемы, рюкзаки. Ну, рюкзак оставим. Там даже будет пусть третий рюкзак. Ничего страшного в этом не будет. Сейчас сначала мы продадим то, что, естественно, нас не выпадет. А вот это все остальное посчитаем. И сколько мы заработали. В итоге получается с первой карты, с третьей карты, в соло-режиме. Let's go. Все, что в рюкзаке. Вот это все, что в рюкзаке. Один слиток, два чертежа. Вышло у нас чистыми 662 тысячи. Продаем. 662 тысячи. Но не забывайте, что мы еще всякие запчасти поднимали. Ну, где-то, наверное, вышло у нас на 700, ну, на 650 тысяч. 650 тысяч, в принципе, подняли. За 650 тысяч вы уже сможете купить себе оцинковку за 200 тысяч. Купить себе даже третью броню и спокойно уже аккуратно играть на третьей карте в соло-режиме. Но вы имеете в виду, что против меня играли в шестерке, а против вас в начале сезона будут играть второй, третий, там, броники, четвертый броники. То есть полегче вам будет, полегче вам всех их закрывать. Так что, ребята, показал вам, как в соло-режиме можно прокачаться, не торопясь, аккуратно, да, много времени потеряйте. Но если у вас нету команды, если у вас такая ситуация, то можно не торопиться, спокойно все это красиво сделать. Так что, ребят, всем вам большое спасибо. Я надеюсь, понравился вам данный контент. Если вам такие видосы нравятся в соло-режим, ставьте лайк. Обязательно ответьте на вопрос, как вам новая МКшка в 10 сезоне. Как вы думаете, она будет тащить, она будет имбой, или будет она просто отстойным говном? В комментарии пишите по поводу новой МКшки, которые говорят, что ее понерфят. Я уже пишу с прошлого вам будущее. Всем рахмет, всем спасибо, всем до стримов.